Да, вот так же тоже. Вот тут надо. Это Сергей Николаевич. Славен отец. Есть готов. А, есть. Вот так и вот так еще. И тут, в принципе, все как еще. Вроде не должно сломаться. Оно хорошо прикреплено. Куда, Володя? Играй. Вот они, корова. Там дальше он где был, лагерь, музей теперь. А теперь вот здесь Виталий съемку ведет. Алексей познакомился с Вячеславом. Никогда только не допускайте на берег, весь берег обрушенный. Сколько говорю. Вот здесь черта. Да, черта. Замечательно. Ну, вот там будет стоять этот кол, вот сколько тут метров, вот так и тут. И я думал отсюда, вот сюда, да. А не продумал, что он тут широко будет, то есть тут еще надо тогда один. А так, и тогда отсюда сюда. А так нельзя. Это мы находимся на Камогорихе. 4 кола вы взяли, потому и что... И лагерный пруд командует, вот Игорь, от этого кола еще вот сюда. Настоящий командир. Игорь Владимирович Добунов. Дело все в том, что у нас должна быть вот так обвязка, чтобы мы нашли, вот, и мы видели перед собой барьер. С Алексеем тут. Вот туда никуда не наступали. А здесь уже так пусто будет, да? Да, конечно. Так, если вот так сейчас перекрыть, то... Вот, то есть надо, получается, туда, куда, сюда, куда. Сюда. Сюда вообще непонятно. Теряевское стадо маленькое теперь уже. Три человека только держат скотину. Ну все впереди, как угодно Богу так Господь сделает. А там дальше храм, видать. Вот послезавтра будет крещение. Чего у них получится, нет. Вот значит так, гляди, что будем делать. Сюда очень лапчик просто закрывается. Вот сюда, вот сюда. Вот. Видишь, она ровненькая, такая широкая. Еще одну вот такой ширины. Это Илья. Тоже учится чему-то. Жертву сюда пробрасывает. Вот так. И на вот такую высоту. И тогда... Получается у нас. Да. И тогда вот отсюда, вот от этого кола к этой жерди мы бросаем стойку. И к ней прикручиваемся. И все. И получается квадрат. Не надо тут сотни этих городей. Нам же надо, чтобы только опорная часть для будет именно вот здесь. А тут как раз для почему именно здесь? Потому что, ну-ка встань. Вот он встал, гляди, ему пойдет она под, даже можно вот сюда. Вот, сюда. Вот Тарасиза, уже на пьедестале. Да. И недалеко, и не высоко здесь это же. И тогда будет как раз по поиску. То есть батюшки под поясом, и у того, кто будет вмещаться где-то, приблизительно под поясом, за спиной будет это перекладчик. Вот это. Вот так нам все, у нас тут жердей столько, мы сейчас тут посмотрим, если что еще. Все, смотри, даже маленькие ребятишки с поясами. Тараси, а где поясок у тебя? Ну все, здесь надо, значит. И все время, чтобы у тебя пояс был сверху. По-другому нельзя тут никак. Да, вот это расстояние выдерживаем, и жертв поэтому. У Илюши, смотри, какой поясок хороший. А у нас одинаковый. Молодец. У нас одинаковый. И батарея. Хорошо. Да, нет, сейчас это, сейчас берем конструкцию и переворачиваем ее так. Давайте сюда, на меня. А там подходите, куда? Да, вы там подождите. Нет, этот малышок тут будет, вот там возьми. А как его в воде задержать-то, чтобы он не всплыл-то? А мы там коле забьем. Коле, чтобы держали? Да. Ну, давай. Куда ты? Ты куда напрягся, парень? Иди, откинь.
Вот сюда сейчас. Вот сейчас на бок? На бок, давайте. О. Смотри, это, Володя, на тебя идет. Так, тут где-то, тут эти всякие гвозди осторожные, а это где? Больше. Да вот есть. Вот так, да. Все. Теперь где эти колышки? Коля, вот они. Давайте Коля, который я писал. Сейчас. Вон они, тесаны. Все, помогайте, Вячеслав. Мне он и сказал, говорит, тебя убьют, давай. У меня реально там уже, я уже слег в госпиталь. Игорь, по-моему, надо подальше, слышь? Подальше. Подальше, потому что там ил, чтобы она не вырвала его. Ну, у нас тут 80 сантиметров. 80. Плюс еще вот 20. Пойдем. Плюс еще вот тут тяжесть эта. Посмотрим. Нет, зака тут дырки есть. Это не тяжесть. Если бы сюда еще какую-нибудь типа гири. Зачем? Привязать. Забудь точно. Ух, ласточки. У нас нет. Может, другой конкурс? Все равно их пробивает. Еще есть, вот он. Здесь, чтобы попал. Есть еще оттесанный. Давайте его сверну еще. Тут, может быть, просверлить бы сначала в нем дырки-то. Они есть, вот они. А, есть. Ну-ка, это... Вот, все, давайте, забивайте. Забивайте. Володя сейчас приедет. Вот, 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 вот. Можно. Вот это вот у него условие. А нельзя. Тут скошенный народ. Так. Да. Дети вот с детства приучают к работе. Илюша, сюда. Вот нас сколько человек, посчитай здесь. Которые работают? Сосал тебя, сосал меня, всех сосчитай. Сколько? И дяди Володи еще нету. 11 человек. 11. А без головного убора кто? А? Сколько? Один. Только один ты. Отсюда вывод какой? Ты обязательно должен быть из дома, выходить, надевать головной убор, правильно? Да. Потому что солнечный удар спекается на эти мозги, и сразу человек умирает. Ты имей это в виду. Да, я ездил, ну, я забыл панамку одеть. Да, обязательно. Самое главное, поясок. Правильно, хорошо. Ну да. А что молотком не забить? Видишь, как вот ребенку. Тут можно что угодно, правило тут более такое. Сказали, сколько, сам посчитал, 11. А сколько без головного убора? Один я. Отсюда вывод, у меня дома панамка, вот забыл. Видишь как. Он здесь племянник Людмилы Анатольевны.
хорошо. Какие облака. Все вокруг обведу. Показать красоту неба здешнего. Вот оно как. Там пошли коровы дальше. Так, это там теперь находится музей-комплекс для бедных лагерей. Потащили. Ну что, раздеваться надо кому-то? Бог помощь давай. Господи, не утони. Ага, попробую. После пузырек-то не утонет. Из берегов вышла река. Ничего, он брякался пузом прямо. А ничего, это мягкое место. Давай. Благослови. Давай с Богом. Не прыгай, только медленно сходи. Там коряга может быть или что-то. Никогда не прыгай. Прыгай. Супер, вообще вода. Атлеты. Все нормально? Она не хорошая, не катит колонки. Еще Сергей Николаевич. Это поплыл куда? Замечательно. Ну что, давайте потихоньку вот так берите вдвоем и сюда подтягивайте. Ребята, а вы так толкаете сюда. Иди с той стороны снимай, стой, стой. Так, нажимайте туда, туда, не толкайте больше. Прям по берегу должно идти. По берегу. Нам ладите, же коле ладите, надо забивать. Кладите. А, более, да, их же забивать более надо. Вертикально надо. А потом вывернуть. Чтобы ил поймали. Надо, наступил на пол. Надо теперь толкать. Толкайте. Занес, ну, надо еще кое-что. А вот, да. Вот сюда. Это, вверх, надо сюда вверх. Так, да, ты сам забирайся. Вот сюда, встань вот сюда. Ага. Нет, я вот сюда. Игорь, а? Надо подальше бы утащить-то. Зачем вы так высоко? Все нормально будет. Тут склон. Вы не понимаете просто, что мы делаем. Ну, конечно, тут сейчас уходит моментально. Давайте, пошло, выл. Давайте. Толкаем. Ты стоишь там? Я прям стою на нем. Давайте толкайте. Вот, а эта сторона что не уходит? Нет, дальше наступай сюда, прям по центру, не одну сторону я толкай. Ага. Не одну сторону толкай. Давай. Давай. Так. Сейчас будем толкать еще оттуда. Сейчас. Ничего. Сейчас так же будете поднимать. Сейчас так же будете поднимать. Сейчас я сюда становлюсь. Так, ты сзади. А я сейчас выше. Давайте, приподнимайте меня. Всех вас. Давайте. Давайте. Идет. Никто не поймет, что делают они. Скажут. У стены плача молятся. Сейчас, подождите, я переползу. А это русские гои работают. Вот это подняли они, вот тяжесть тянется. Вообще шикарно. Все положено надо, положено. Если я встану, он всплывет. Ну-ка, ставь. Ну-ка, сейчас проверим.
Давай. И надо положить его уже. Я говорил, подальше надо было. Меня обозвало, я говорю, ничего не понимаю. Надо вытащить и подальше затащить. Все, уже на меня против не говорят ничего. Вот тут теперь. Давай. Ты мне, я поплыл. Оба затопили. Всплыли. Игорь. Держи. Я сюда иду. Ты не урони аппарат, алло, в сторонку маленько от воды. Прыгай, прыгай. А вы поддавливайте маленько. О. Я входит. А, пошло, вроде. Пускайте. О, теперь другое дело. Вот так, да. Ну-ка, встань на площадку. Давай оба встаем, попрыгаем еще на площадку. Вот это опять? Вот это я на ней, да. Мало для ныряния. Это мало. Мало. Ну видите, мы торопимся, что вот это будет вот здесь. Игорь, под эту луку можно подкопать маленько, чтобы она легла вот от стороны кверху вот так. А у нас все равно мало тут. Да, мало. Придется загонять его глубже, а здесь сделать дополнительную. Ну, дополнительный этот. Ну, делайте как лучше, конечно. Вот я тоже думаю, только так. А тогда надо, чтобы все раздевали свои, и прям были на берегу, и тут сразу. Ну, длина, так. Не, дальше. Там прям не хватает как раз вот. Вот тут. Коля-то там есть. Коля есть. Коля зашли в ил. Да они в ил-то зашли чуть-чуть, они всего сантиметров 30-40. Если вы знаете, то далеко отдыхать, тогда лучше нам вот так отдыхать, либо положить. А как мы не сможем? Подавить их тоже было, да? Ну да, ну может быть, батюшка. Батюшка ничего не знает, там с овечками возится. А это для него площадка. Где? Стоял и вот отсюда заверил туда. Это что, такая глубина? Да, вот. Вот это. А эта земля-то, это больше метра вода прибавилась. Вот, ну конечно, вот, больше. Вот, я вот вам говорю уже, что вы не верите. Тут мне. Вот смотрите, вот, уход. Вот, а? Вот тут прям далеко вода, и как раз вниз уйдет. Хотя вот брат стоит. Тут, по-моему, глубже. Да? Ну, пожалуйста, ни одного безбородого нет, а то бороды нельзя. Да, я даже еще могу чуть приблизиться, и вот это вот нормальное. А ты боишься? Что, давайте? Все, куда его, Слав? А теперь вертикально приподнимаем чутка, да? Вы только держите на себя, как бы, ребята, братья, давите. Вот на себя, да. Так тут надо всем. Я ж могу поцарапаться. Слушайте, я не могу заложить. Он меня поднимает. А вот сразу залезть. Вот еще, смотрите, залезть и прям с ним туда. Он залезть, значит, можете. Я не могу за. Как я? Сейчас залезу, а что с этой стороны? Я про это им и говорил, говорю. Вот так вот, если. Вот так вот. О, хорошо пошло. Я думаю, что. А дети учатся, смотрят. Там надо, чтобы
Игорь вес. Сентер с излишком. Видите, надо. Он создал стул головы, давить-то нечем. Давить-то надо начать воткнуть. Ну-ка. Второй пришел. Было бы это все железное, вообще никаких. А мы сами. Насколько на воды, насколько мы видим сами. Она в 20 раз. Ну и в 11 часу лишней не будет. Нет, нет, все, все, пошли, Сережа. Не, она просто уплывает. Сережа! Вот, гляди! Нет, нет. Я уже все утонул. Надо поближе к берегу, поближе. Конечно. Вот там тоже зайти. Первый, самый первый прямо, надо она вылепла. Может, там тоже зайти помочь? Ну а как ты поможешь? Ну да, она вся забрала. На тебя какая тяжесть? Тут должен быть тяжелый человек, он Пупков. Ух ты, пол у меня воткнулся прямо, знаете. Его пауты грызут. Так, ну и что делать? Знаете, какая-то у меня мысля первая была? Где-то какое-то железо такое, знаешь, взять вот сюда, набить его просто, и прям кувырком оно все утонуло само, и все. А там... Я им это говорил, они говорят, нет, прикинь, мы тут не так. Она подъема сделает, вот она сколько килограммов. Ну под 100, да, с каждой стороны по полтиннику чем-то. Я даже подумал, думаю, обратиться это, к барабашу или к кому, а тут как раз ты... Кирпичи это... Какой-нибудь колесо. Леша, это сложно кирпичи. Их много, и это сложно, они и глиняные. И главное, что железо можно просто прямо вот сюда, прям, понимаешь? Вот так вот сейчас вытащили бы ее. Сюда бы принайтовали и потихонечку бы стащили, и все, и сколько надо бы тащили, оно бы... Сейчас оно бы, знаешь, как всплывало? Оно митингуется. Оно бы вот так всплывало, а мы бы его там зацепили. А еще можно, ну, как вагу воткнуть что-то и задавить. Каждый, говорит, мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Еще можно бетон. Вот что значит деревня за всем. В городе жизнь проживет, он такого не увидит. Сюда подтащить и прям по, вот так потихонечку спустить его и сюда задавить, чтобы тут мог батюшка стоять и крещаем. Стол бетонный, у меня есть поребрик. О! Вот это, ну, вот это! Лучший поребрик вообще ничего не сойдет. Башкушки, да? Не а они какие, старинные? Или старинные такие? Да нет, ну хорошие, ровные. Железобетонные. Алексей еще тогда дает совет. И каждый где-то килограмм по 30, не меньше. Три поребрика тяжелые, и готово. Но они сильно длинные. Вот, а два таких, как... Ну вот один сюда, а два по бокам. Алексей, раздевайся, помоги, у тебя вес хороший. Игнатий Тихонович, я такого мы сейчас раздеваю, сделаем вообще хорошо. Да, будет. Тут пока. Туда надо Пупкова и Алексея по нет, сторонам. Ничего не дастся, нет, не все. Алексей, видите, головой машет. Это, братья, в чем дело? Коля, Коля у нас, минус. У нас Коля. Братья, это, давайте инженерную просчитаем мысль, глядите. Игнат Тихонович предложил, вот так, говорит, сделайте, чтобы забилось. Но мы вот такую конструкцию. Дело все в том, что здесь угол обкоса очень идеальный, понимаете. Он 30 градусов, а колья торчат, ну, не больше, чем 20 сантиметров. Они проходят спаховый тыл, и им подняться, а тем более, это же тыл-то, он... Или там вручную. Я про это или тоже говорил, говорю, грязь одна, ну, надо длиннее сделать. Это забивать только тогда уже. То есть вот так вот толкануть с колями и колями забить, но это долгая история. Игра может быть. А потом не перебить. Другие. Нет, не переделать уже. Дополнительные набить проще. Эти, а как? А да ничего не даст. А они, нет, они же после того, как мы забьем, эти как раз лягут, все идеально. Нет, это сделать только как можно. Здесь какие-то сделать. Езжай за эти. Короче, сделать вот как. Я Володя приехал. Видите, сейчас вот ее установить где надо, потом забить вот так два кола вот туда и вот туда по углам. И подныривать. Допустим, я нормально ныряю, меня только задавить надо. И я там проволоку. Да, и чтобы... А там вот... Нет, не гвоздь, проволока, только проволока. Где ты ходишь, Пащенко? Тут такое дело творится. Это, а половица сейчас сразу идти. Володя, да там не надо половика, тут и так, тут все гладкое вообще. Животак прям. Мы же вот прям на животах ползаем. Отхожу. На, сни вот него. Ты знаешь, как снимать? Да, я умею. На воде не урони. Смотри, чтобы цифры там, вот эту не задень только. Вот так. Со всех сторон подходи. Нас поворачивай.
сидит спокойно. Запись включил? Да, теплая, но ветерок продувает. Это редко, чтобы голубка на дерево. Дикая. Дикая, да, дикая. Ну, у меня баллонник есть, но он не такой. У меня четверной баллонник. На 16, на 18. Браты, да. Мы как, ниже под 7 завязываем, да, связываем? Вообще под ним не связываем никак. Просто ее зажимаем. Все, там, подтягиваем, да? Да, прям по, как она там идет, на ступеньке или где-то. Поверху. Поверху. Да, а как под низом-то? Нет, а вот я и тоже думал. А вот может быть тогда... смотрите, с одной стороны пропускаем ее, она вот она идет здесь, вот там под ней, как бы. И зачем? Нам же нужно лестницу держать. А зачем? Нет, имеется в виду как? Вот два столба, вот она, да? Можно, вот идея какая, над ними, чтобы она не поднималась. Да, это столба. Конечно, один столб ставим. Под ногами, может, проволока будет. Ну и что, так я там смотрел, она прям на ступеньку ложится. Пришли Алёша, Алёша сказал там, где взять. Ты знаешь, как делать? Нет, а кабачки разве обязательно ходить? Кабачки обязательно, а тот, кто будет, должен сойти с площадки туда. Я не пойму, зачем вы обрезали, как это дальше идет? Потом еще и что-то вставить, и вот так вот крутить. Получается, сначала продеть вот так надо, вот так. Вот залезть и поднять, продеть. Так, ну все. Сюда выключить можно. Ну что, вот тут оказался. Пауза, слово есть? Закрывай. Зачем поздно-то? Нет, это не про это речь. Что такое тут? Ну, коли вот так вот, они же вот так говорят, что они как коровы, тогда ровные, они жестко, да? Стоять будут. Ну давай подтянем. Вот так? Да. Еще о! Надо между собой, чтобы стянуты они были, да. Во! Так? Да. Это уже жесткости придаст. Не хватит. Что они нам там передали? Вот сюда, да? Мелко глыбку давайте. Я сейчас буду показывать вот головой, а баб жертвы будет. А вот можно влево сходить. Что, по поясу? Да, можно влево сделать. Сколько я говорил? Неоднократно говорил. А, в одинаковую. Я заканчиваю площадку, сделайте туда в сторону. Дальше. А, так это... Обрезали эти перила, все по-своему. Кто слушает? Прямо вот так делай. Вот и сюда же. А теперь влево или вправо? Вправо вообще нормально. Давайте это глыбже сделаем, ребят. Или вправо. Глыбже. Володь. Че надо вам? Глыбже давай сделаем. Кого ты сделаешь глыбже? Не кричи, что кричать, что орать. Че выпучил тазинки? Я что-то не понял, что вы-то орете сюда? Что я тебе сделаю глубже? Че, с дуба рухнул, что ли? Ну ты мы сколько с этим работаем уже? Целый день! Как я тебе глубже сделаю? Че, дураком-то прикидываться? Глубже, а глубже. Еще до того, как вбивали головы глыбже, ты сейчас все покажу. Блин, ну... Глыбже, это не глубже. Игорь, на площадке. Держись.
Да. Подержите. Да. Сейчас. Нет, там как раз вот, как сейчас, вы говорите. Ну и мужик. Геннадий Тихонович, там вот прям надо, шаг делаешь, вот прибавку. Значит, вот надо сбоку сделать, да, смотри. Смотри. Прям... Смотрите, кто будет погружаться. Сбоку сделать. Подходите, как бы. Вот батюшка тут стоит. Сделали шаг. И башкой бэнка бэнка. Обратно вплыли. Чё тут? Не-не. А если вбок, действительно, а в сторону? Вообще замечательно. А можно бок. Вылазь, одевайся. Оставить одну открытую, да? Чтобы ну, мужикам туда. Да. Да. Все, и все. И вопрос решен. Нет, сейчас, Игнат Игнатьевна, сейчас. Вправо, вот. Право. Давайте сейчас вот тут делаем все. Ну что, все, успокоились? Что-то орать начинают. Я вообще понять не могу. Все делали нормально, дружно. Начинаете кого-то кричать. Нет, тут, Игорь, а... Я бы сейчас третий раз уже крестился. Давайте сделаем один выход в бок, чтобы для мужиков. Слушайте, хватит мозги пудрить. Вот так, как я, сделаете и все. У вас руками есть куда захватиться. Чего вам еще надо, я не могу понять. Игорь. Ножки сполоснете вот так и вылезете. Давай. Игорь, перебивайте вот эти, там оставьте проход, ну просто кто хочет глубоко. Я думаю, Игорь, не надо вот это все. Игорь кричит, никого не слушает. Игорь, оставьте одну, на самом деле. Не надо ту прибивать. Вот ту не надо. Да мы не прибиваем, мы прикручиваем. Нет, ничего не надо. Кто-то посмотрит, спустится дальше. Пусть вот здесь завяжем вот эту конструкцию. Он правильно говорит. Все, вылазь, ты простыл сегодня и так. Здесь вот сейчас завяжем и все. Слушайте, что, на ту сторону? Да, там здесь закрыть, а здесь выход. А здесь только вот этим. Эту закрыть. Да. Игорь, ну здесь, только связки сделаем маленькие. Ну право, потому что лево надо закрыть. Плывите туда. Да. Право лево лучше, закрыть, лево. А правую сторону, действительно. И она и глубже тут. Тут она уход вот туда. Не глубже, а глубже. Туда. Скрупулезно. Так что взяли? Что делают? Как будто еще хотел раз. Нет, здесь-то надо, пусть замкнет тут. Это вот хотят привидеть. Да, замкни, держи. Я вот сюда же хочу. А что, чтобы поверху нет, чтобы сверху загнал и все? Нет, почему? Тут некрасиво. Ну, здесь вот на это все равно. Игорь, уйди, пожалуйста, одевайся. Ты же целый день в воде сидишь. Да я уже не был в воде. А вот сюда коротыш дайте какой-нибудь. Да, сейчас коротыш. Так, дождь начинается. Вот так. Не туды. Ну тут, видишь, не угадать с этими толщинами. Вот так, да. И вот прям вот сюда, и вот. А, ну или так. Ну вот здесь-то тоже надо. Еще одну. Не надо поворачиваться, там раздевается, все. А там все будет привязывать тоже, да? Больше ну да, надо, тут и вот с этой надо связать. И вот там.